письмам. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди, а в мире Дэнди, в мире Дэнди. Сегодня вы увидите и почувствуете на себе всю тяжесть задания Терминатора на приставках Dendy и Sega Mega Drive. Только вы сможете предотвратить угрозу ядерной войны. Все тот же вечно любимый Help с секретами для смертельной схватки. Demolition Man, Разрушитель на Super Nintendo и Panasonic 3DO. И кроме этого, многое другое. Доброе утро, любители электронных развлечений. Как всегда в это время вас приветствует программа «Мир Дэнди». Если в прошлое воскресенье мы рассказывали об играх, которые сделаны по известным мультфильмам, то сегодня речь пойдет о кинофильмах. Звезды кино, такие как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер в фильмах «Терминатор 2» и «Demolition Man». Одноименные игры на этих приставках, про них мы сегодня и будем вам рассказывать. И начнем мы с приставки Dendy с игры «Терминатор 2». «Терминатор 2». Наверное, каждый из вас видел или хотя бы слышал об этой игре. Игра для Dendy сделана просто великолепно, и что больше всего мне нравится, полностью соответствует фильму. И когда уже играете, видите в уровнях знакомые моменты из картины. Это и бар, и его босс, рокер, и уровень на мотоцикле, где нужно стрелять в решетки, и больница. Ну и, конечно же, завод, где вы и встречаетесь лицом к лицу с самим Т-1000. Но не это самое интересное. Все те оружия Терминатора в фильме есть и в игре. Это и дробовик, и вертолетный пулемет, и даже М-70. И можно смело сказать, что эта игра еще долго будет иметь своих поклонников. Вообще-то в мире компьютерных игр может происходить такое, что никогда не случится в реальной жизни. Где вы, например, можете увидеть одновременно Робокопа и Терминатора? А я вам скажу, на телевизионном экране. Но только в том случае, если туда подключена какая-нибудь игровая приставка. Или, например, на экране карманной игровой системы Game Boy и в игре Робокоп против Терминатора. Робокоп против Терминатора. Игра является самым обыкновенным боевиком со множеством уровней. Задача уничтожить целое войско врагов и их главаря Терминатора. Где только не предстоит вам побывать. На преступных улицах города, в канализации и в других жутких местах. Ваш герой Робокоп оснащен пистолетом. С помощью его вам и предстоит пройти всю игру, для того, чтобы воцарился мир в городе. Игра «Терминатор 2» была реализована на множестве приставок. Ну и, конечно, программисты не могли обойти своим вниманием счастливых обладателей Sega Mega Drive. Но на этот раз не просто боевик. Одними выстрелами вы здесь ничего не добьетесь. И вам придется порыться в словарях и пораскинуть мозгами. Так, например, чтобы пройти второй уровень, надо сначала найти фотографию Джона Коннора. Но для этого вам придется взорвать почти всю мебель в его доме. И вот таких загадок в этой игре огромное количество. Итак, все начинается в баре, где вы появляетесь совсем безоружным. Но позже вы находите пистолет, винчестер и автомат.
Еще дальше вы побываете, как я уже говорил, в доме Джона, в супермаркете, в больнице, в лаборатории и в конце концов на сталелитейном заводе, где вы и разберетесь окончательно с те 1000. А теперь традиционная рубрика Help. Сегодня вы узнаете секреты для игры Mortal Kombat 1 на Sega. Да-да, и не удивляйтесь, потому что есть еще такие люди, которые этих кодов до сих пор не знают. Как, например, Шумейка Денис. Ему 20 лет. Вот что он нам пишет. И хотел спросить, у вас есть коды крови для Mortal Kombat и Fatality на Sega? На Mortal Kombat 2 и 3 можно найти коды, а на старую первую часть нигде нет. Специально для тебя, Денис, сегодня ты узнаешь коды для игры Mortal Kombat 1 на Sega. Код крови. Во время заставки на сером фоне наберите АБ, АЦ, АББ. В начале игры на надписи «Старт» наберите код. Вниз, вверх, влево, влево, А, вправо, вниз. Будет секретное меню, в котором вы найдете много чего интересного, в том числе и бессмертие. Доброе утро! И вновь с вами сервис-центр «Дома Дэнди». Сегодня я расскажу вам о том, как правильно включать и выключать 16-битные приставки Sega Mega Drive 2 и Super Nintendo. Основное правило пользования 16-битными приставками такое же, как и у приставок типа Dendy. То есть нельзя вынимать или вставлять картридж при включенном питании. Прежде чем вынуть картридж из приставки Sega Mega Drive 2, вам необходимо сначала выключить питание и вытащить картридж, при этом придерживая приставку. Я рекомендую вам вставлять картридж в приставку также при выключенном питании. Если изображение не появилось, вполне возможно, что вы неправильно вставили картридж. Поэтому рекомендуется повторить все действия заново. То есть выключить приставку, вынуть картридж, дальше обратно его вставить и опять включить. В отличие от Sega Mega Drive 2, специальное устройство Super Nintendo не позволяет вам вставлять или вынимать картридж при включенном питании. Super Nintendo есть удобный механизм, который позволяет вынимать картридж. Называется он микролифт. И в завершение я хотел бы сказать, если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу эксплуатации игровых приставок, вы можете обращаться к нам в сервис-центр «Дома Дэнди». А я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Лос-Анджелес, 1996 год. Чтобы поймать маньяка, для этого нужен маньяк. Огромные беспорядки в городе Лос-Анджелесе. Полиция принимает все возможные меры, чтобы остановить волну преступности. Но пока все безуспешно. Возглавляет криминальный мир в городе некий Саймон Феникс, известный как самый хладнокровный убийца. Он захватил несколько десятков заложников и спрятал их в здании, напичканном взрывчаткой. Только один человек сможет остановить его. Полицейский Джон Спартан, известный как Demolition Man или Разрушитель.
You're under arrest. Ты арестован. Arrest? Арестован. You ask yes, please. Where? Где заложники? Is it called... Ты поздно взял в руки джойстик, Спартан. Сержант Джон Спартан, вы обвиняетесь в преувеличении полномочий, что повлекло за собой гибель десятков невинных людей. Вы приговариваетесь к 70 годам заключения в криотюрьме и будете заморожены незамедлительно. Через несколько десятков лет кто-то разморозил Финикса, ранее замороженного так же, как и вы. И теперь убийства продолжаются. Только один человек снова сможет справиться с ним. Разрушитель. One cop. John Spartan. They called him the Demolition Man. John Spartan, 5864. Preliminary activity. Самое время догнать Финикса, который угнал полицейскую машину. По пути он успел зайти в оружейный музей и захватить парочку новейших автоматов, плазмометов. О нет, Финикс добрался до криотюрьмы и хочет разморозить всех преступников, посаженных в нее. Но, похоже, Джон Спартан опоздал. Преступники уже на свободе. Единственный способ не выпустить их в город – разобраться с ними сейчас. Благо, под рукой есть верный пистолет и датчик обнаружения движущихся объектов. Вот и комната, где собрались все преступники. Вот тут уже пострелять придется в волю Джону Спартану. Вот, наконец, и долгожданная встреча. Правда, не теплая, а достаточно холодная. Дело-то происходит в криотюрьме. Good memory. Давай, Спартан, набей морду этому беловолосому негру. Хватит ему наводить свои порядки в славном Лос-Анджелесе. Но он тоже не лыком шит. Придется приложить все последние усилия, чтобы доказать, что разрушитель может все. Thank you.
Наверное, у вас такое чувство, как будто только что посмотрели художественный фильм. Я, наверное, вас удивлю, если скажу, что все, что вы сейчас видели, мы взяли вот с этого компакт-диска для Panasonic 3DO и игрового картриджа для приставки Super Nintendo. Это и многое другое вы найдете в магазине Дом Дэнди. В среду 3 апреля в ДК «Моряков», как обычно, состоялся очередной чемпионат, на котором помимо обычного 8-битного отборочного тура и командных соревнований, состоялся также розыгрыш суперфинала викторины «Мир Дэнди». Об этих и других событиях подробнее. Присутствующим на чемпионате была предоставлена возможность порубиться на приставках Super Nintendo. На 5 игровых местах были представлены игры Mortal Kombat 3, Killer Instinct, Weapon Lord, Street Fighter 2 и Batman Forever. Мы не будем называть победителей отборочного тура, а лучше назовем в следующей передаче победителей финала, который прошел в эту среду. После массовых игр 8-битного чемпионата состоялось то, чего мы так долго ждали. Суперигра викторины «Мир Дэнди», которая проводилась на Panasonic 3DO. За призом явилось 8 претендентов. И в результате сложной и продолжительной борьбы судьбу Сеги в финальном поединке решали Слава Смирнов и Максим Коновалов. Так получилось, что Сегу унес Слава Смирнов, с чем мы его и поздравляем. Продолжением вечера стал командный чемпионат, где победу одержала команда Джем. Но несмотря на это, в общем зачете лидирует команда судей, которая опережает Джем на 1 очко. На сём чемпионат 3 числа закончился, но каждую среду в 18...